стать спортсменом или работать в банке. Дмитрий Остапенко пока не решил. Он одинаково любит геометрию, обществознание и физкультуру. Впрочем, выбрать профессию еще успеет. До конца 9 класса время есть. Ну а пока юноша не боится экспериментировать. Сегодня он ведущий. Детскому приюту, в котором живет Дима, исполнилось 6 лет. Мы это все делали в торопях. Очень сложно, потому что не успевали практически ничего. Один раз только вчера вон репетировали полностью все вместе. А так отрывочками все делали. А вот Ралине Айтугановой быть на сцене не в новинку. Несмотря на юный возраст, она успела поучаствовать в нескольких концертах, любит петь и танцевать. В этот раз у нее главная роль – девочки из поучительной сказки Валентина Катаева. Как будто мы попали в сказку «Цветик-семицветик», и мы оживали цветок. В приюте живут социальные сироты. Это те, у кого есть родители, но по разным причинам они не занимаются воспитанием своих детей. Одновременно в доме может находиться до 25 ребят разного возраста. Мы сотрудничаем с социальными центрами кризисными. Часто они к нам направляют детей. В основном это наши дети, это вот семьи, которые могут быть вашими соседями. И вот часто такие соседи к нам обращаются, говорят, что, наверное, нужна помощь. Посмотрите, мы идем уже в семью и общаемся. Если случай серьезный, то помогаем ребенку. Помогать детям – это естественно, говорит основатель приюта Вадим Маркин. Он педагог по образованию. Старается, чтобы его подопечные чувствовали себя здесь, как дома. Человека воспитывает, если мы хотим применить это слово, та атмосфера и то, в чем он живет. Вот в чем мы живем, такие мы и есть. Это очень простая мысль, и она, на мой взгляд, совершенно бесспорна. Мы видим, как это работает. Поэтому вся задача воспитания – это дать атмосферу. 18-летие – не повод покинуть приют. Каждому выпускнику дают время, чтобы сделать окончательный выбор, который нередко бывает главным в жизни. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».